шлифует галазон по полотерскими штучками, не спеша преследует игрока. Ну вот третий, в конце концов, футболист Интера мяч отбирает. Милито. Милито налево пасует. Седьмой — это Кварежма. Балотелли набрасывает в недодачу, и судья назначает пенальти. Не метьем, так катанием наконец-то имеют шанс реальный забить футболисты Интера и открыть счет. Да, удар по ноге был, и тут деваться некуда. Бонуччи нарушил правила, центральный защитник. Пошли уговаривать арбитра, бесполезное дело. Кстати, матч Динамо-Рубин. Вопросы к арбитру очень серьезные. По части 11-метровых, между прочим. Заранее сообщаю. Парень явно горячился. Это О. Будет он выполнять удар. Жилет. Это О. Может быть, первый мяч Это О в серии А. Внимание. Это О. Пенальти. Удар. Неужели так сложно забить с 11-метровой, что сам забивший и публика, ну, я понимаю, публика собственно гола, от этого феномена не объяснить, не рассказать, не проанализировать, в чем тут дело. И вот диктора по стадиону, слушайте. Вот так-то. Ну, гадал жилет направление удара. Почти не разбегался Это О, но бил на исключительно благодаря.